господину Шитоцкому задать вопрос. Да. Что нового в репертуаре будет этот раз? Чем вы удивите одесситов? Я знаю, что Хобарт всегда старается какое-то новое произведение, которое ранее не исполнялось. Да. Это очень интересно, потому что я разговаривал с директором Хобартом о репертуаре. Он сказал, что, наверное, будет Прокофьев. Первый концерт, ну, он тоже сказал. А потом мы договорились, чтобы не будет сделать с польской музыки. Но если приезжает польский дирижер, там, надо, чтобы польский дирижер немножко показал с польской музыки. Но я говорил, это было очень интересно, потому что я взял листу, я сказал, может быть, Лютославский, может быть, Шмановский, etc. А Хобарт сказал меня, мы уже играли. Он тоже сказал, что в последний раз был... Шмановского, наверное, давно очень играли. Але сказал, что уже был. А потом интересно было, что в Польше не играет, например, Людомир Ружицкий. Он сказал, у нас был в Одессе Людомир Ружицкий. Мы заиграли с пианистом с Англии. Но я сказал, нужно сделать программу, но как никогда не играл в Одессе, но то мы сделали. Я сказал, что есть такой очень для меня то первый композитор от первый композитор после с конца XIX века, с начала XX, Карлович. Для меня это как польский, славянский Ришард Штраус. Да, ну я, насколько помнится, в 2010 году вы также исполняли. Тоже был Карлович. Был Карлович концерт на скрипке. Да, але поэмат никогда, я думаю, что это будет первый раз на Украине. Карлович Станислав Яна Освечим. Это самый лучший для меня, то как Штраус. Но, знаете, Карлович, он студировал в Берлине. У него это немецкие, германские... Школа была очень важна. И его музыка тоже родилась от этой немецко-германской традиции. Да. Ну, и вы даете, мне кажется, предпочтение романтикам, или это только так, если поверхностно смотреть на некоторые концерты с вашим участием? Но я вижу, ну вот, в 2010 году там тоже преобладали романтики. Там есть, да, был Рахманинов. Шуман, да, Рахманинов, да. Ну, знаете, есть симфонический оркестр, вообще играет великие симфонии 19-20 века. Моцарта тоже, але есть теперь в мире много маленьких камеральных оркестров, которые играют абсолютно феноменальный Моцарт и Хайден в традиционных инструментах. А если есть такие великие оркестры, нужно заиграть великую симфоническую романтику. Да. А что преобладает, вот, если сравнивать репертуары симфонических оркестров, например, в Украине, да, в России и в Польше? Да. Что преобладающим? Что значит в Польше именно? Больше исполняем. Каким предпочтение композиторам отдает преимущественно симфонические оркестры Польши, если в целом характеризовать вот в этот... Великие оркестры играют вообще больше, also, так думаю, что Моцарт, Гайден тоже, але после Моцарта все в 19-20 меньше. 70% играет оркестры
19-20 век. Западноевропейская? Да, да, да. Да. Ну и, конечно, отдает предпочтение и польской музыке. Да. А украинская музыка исполняется, вот интересно? Украинская музыка исполняется один раз... Ташинский, Скорик. Один раз я дирижировал интересный Щетинский. Это из Украины? Щетинский, да, компонист. Один раз на фестивале я дирижировал его утвор. Очень-очень интересный. Щетинский. Это было 25 лет тому назад. Щетинский. Скорик, все знают, кто Скорик, да. Да. Станкович. Да. Станкович тоже. Тоже. Сильвестров. Этой музыки не играем в Польше, как например, Шнитка или Чайковского. Ну, да. Але музыканты знают, кто это. Для меня Щетинский это было 1991 в прошлом веке. Щетинский, очень интересный. Я не знаю, что он сейчас делает, але для меня это был интересный контакт с ним. Ну и еще один вопрос. Выбор Андрея в качестве солиста, это случайность, это ваше предпочтение, это вызвано репертуаром? Может, и Андрей даже объяснит тоже. Я хочу сказать, что в первую очередь, конечно, я хочу поблагодарить руководство Одесской филармонии, Одесского симфонического оркестра за приглашение. Довольно-таки неожиданно было для меня, потому что, ну, я всегда, так скажем, было у меня такое большое желание играть у себя дома со своим родным оркестром, потому что последний раз я играл, наверное, еще в школьные годы тут. Столярского или? Со Столярского, да, как в качестве ученика школы Столярского с симфоническим оркестром. И после этого вот такой большой перерыв до сегодняшнего дня. И вот сегодня была первая репетиция. Все прошло, на наш взгляд, успешно. Еще завтра будет одна проба. Две репетиции. Да, две репетиции. А вы обучаетесь в Испании сейчас? Нет, после того, как я закончил Одесскую школу Столярского и консерваторию, я поехал в Мадрид учиться в высшей школе музыки Королевы Софии, и там проучился 4 года, после чего в прошлом году я переехал в Германию. Это город Мангейм, юг Германии. И вы гастролируете по Европе? Да, у меня есть концерты, и вот буквально две недели назад я вернулся из Испании, у меня были там концерты с оркестром национальном Молдавии, где мы исполняли концерт Чайковского. Можно ли сказать, что есть австро-пражская школа дирижирования, это считается, что Николай Колеса, львовянин, да, который учился в Праге, он основоположник этой школы. И у нас Турчак был его учеником, да. Луцев, ага. Тарас, вот недавно был его концерт, вылетело, фамилия, забыл фамилию. Ну, одним словом, что есть вот такая традиция, дирижерская школа. Другие дирижеры отрицают, они говорят, нет, ни варшавской школы дирижирования, ни венской, что это, в общем-то, такое... Очень интересно. Я думаю, что в Кракове мой профессор, Ежи Катлевич, он был один раз в Одессе, я не помню, не забыл, когда это было, але он учился в Кракове тоже, такой был дирижер Малавский, композитор и дирижер Малавский, Артур Малавский. А то была школа, с прошлого века, перед ним был Бердяев, Валерий Бердяев, очень
Он был польский диригент, але с таким российскими корнями. Бердяев, да? Фамилия, да. Очень известная, да, Бердяев, в России. России был, да. Да. А Бердяев потом живел в Польше, и это была очень знаменитая школа, великий дирижер. И мой профессор, это тоже континуация от Бердяева. Очень интересно, когда я дирижирую в Польше, и меломаны, у которых есть 80, 82, 85 лет, они смотрели на меня и сказали: «О, вы дирижируете, как ваш профессор Катлевич». Я думаю, что 50 лет тому назад все говорили: «О, Катлевич, вы дирижируете, как Бердяев». Есть такая... Я думаю, что есть немножко, да, из этой школы. Осталось. То есть, ну, это больше так условное понятие. Да, да. Есть генерация дирижеров, есть тоже генерация композиторов. Есть между композиторами школа, то у дирижеров тоже. Я думаю, ну, можно сказать, что посмотреть здесь, как дирижирует Дуданель, он взял Аббадо все. Да? Ну, Дуданель с Венесуэли, але как Аббадо. Ну, школа Аббадо, ну, да. Да. Ну, и, как посмотреть на Хардинга, на них Хардинг, ну, только Гратль. Тоже школа. А вот это произведение испанского композитора, которое вы включили в программу, можно немножко... Испанский композитор, это для меня, это испанский импрессионизм. Да. Не играет оркестр очень часто, то есть симфонические танцы играют очень, да, а Турина, это есть фрагмент с квартета, который został обработаны для струнного оркестра. Для меня это такой, потому что импрессионизм, але это такой экзотичный импрессионизм из Испании. Колорит. Фантастичный колорит в этом. И я думал, что можно показать на одном концерте колорит Прокофьева и противоположный колорит испанский. Далеко, але тоже колор. Да. Две славянские, две, да, и, да, одна испанская. Да, да. И, Андрей, ваш инструмент, на каком инструменте вы? Он какой-то из коллекционных, нет? Нет, это не коллекционный инструмент, мой родной. Я, к сожалению, сейчас, во-первых, это не так легко достать коллекционный инструмент, и, конечно же, он это сейчас очень дорого стоит. И есть фонды, конечно, есть фонды, и стараюсь туда тоже как-то обращаться. Вот, и были и частные, вот у меня была скрипка из частной коллекции, я играл на ней где-то год, наверное, полтора. И я опять перешел на свою, потому что, ну, надо было отдавать, к сожалению. Mm-hmm. Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.